Арсений Селезнев, зверобой, цыплята, маленькие цыплята протискивают голову через сетку и воруют пищу у более взрослых. Маленькие воровайки. Кормить такой мешанкой я пока не хочу. Самых маленьких, так, ну они еще слишком маленькие. Надо, чтобы желудок стал побольше у них. Немножко пусть подрастут. А вот таких вот уже более крупных, как второй выводок, я кормлю, насыпаем такое постоянно. Интересно, что вот эти цыплята более взрослые не бьют маленьких пока за то, что они просовывают головы. А вон вроде кто-то получил. Ну, могут так. А, да, вот был удар только что. Желтоватого цыпленка, который побольше. Но все равно это не поможет. И мама курица с той стороны бьет. Как они прямо все вместе пролазят. Но только самые крупные могут достать. Мелкие не шея не пролазит. Арсений Селезнев, зверобой, подрастающие воровайки. Ну, они не знают такого слова. Но мы-то знаем. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока.